В Новосибирске самого там развития спорта подводного появилась школа подводного спорта, и она стала одной из самых лучших и в России, и в мире. Было время, вот, когда большая половина сборной России формировалась только новосибирскими спортсменами. Вот. Это такие имена, как Ахапов, Михеева, там, Мельникова, Бутенко – это чемпионы мира на большом протяжении времени. Вот. И ну, получается, что из-за того, что вот такая школа была очень сильная, там все друг другу помогали, ласты делали, то есть за мальчиком закреплялась девочка, и с самого детства мальчики учились делать ласты. Вот. У нас была одна большая мастерская, вот бассейн СКА у нас в Новосибирске, там в подвале большая мастерская, где выдающиеся уже мастера делали ласты, и дети, вот такие пацаны, как я, там, когда нам было 10-12 лет, мы уже работали, тоже учились делать ласты, и там ремонтировали сначала, потом делали собственные ласты. Как тестирование проходит ласт, то есть мы, все делается, нет особых там каких-то приборов, чтобы измерить, хорошая ласта или нет. То есть мы делаем ласту, какое-то изменение вносим в нее и тестируют. Там вот Леша или вот у меня есть спортсмены, мы на них тестируем, если смотрим, да, чуть-чуть лучше стало, фиксируем это изменение. Вносим еще какое-то изменение, да, там получается хуже, то есть отметаем. Иногда это получается случайно, то есть делаешь что-то и, ну, случайно, даже не подумав, внес какое-то изменение, пробуешь ласту, прям плывет быстро, пытаешься это повторить, не получается. Ну и вот так вот методом тыка, по чуть-чуть, маленькими шажочками, какие-то вот маленькие-маленькие изменения, и вот приходим к тому, что лучше постепенно. То есть каких-то революций особых нету. То есть все очень такой эволюционный путь развития получается. Нет быстрых таких вот моментов. Чуть-чуть варьируем жесткость, чуть-чуть варьируем. Вот сейчас получается основное отличие, да, ласт, которые были 30 лет назад и сейчас, это угол атаки, грубо говоря. Мы сделали небольшой клин между ногой и пластиной. Вот. Его можно сделать побольше, можно сделать поменьше. На разные дистанции для разных спортсменов он нужен разный. То есть вот там для скоростников, для финсвимминг один этот угол должен быть, для фридайверов другой, для там ориентировщиков третий. И все вот это вот на ощущениях, на пробах, там, на тестах, вот, выбираем. Жесткость резины варьируется, жесткость пластины варьируется. Основной момент, вот, чтобы стать хорошим, как бы, мастером, да, нужно терпение обязательно. Потому что когда, вот все навыки, которые помогают доделать ласты, ну, обычный человек со стороны придет, у него не будет получаться ничего абсолютно. Но со временем, если он будет делать, он этому научится. То есть вот это вот ощущение, то есть все делаем руками, все вручную.
Вот. И надо почувствовать, там, как бы, когда ты точишь что-то или отслаиваешь, нужно почувствовать какие-то моменты. И это приходит только со временем. То есть нельзя просто прийти там и сделать... И многие приходят, начинают работать. Если я там делаю какую-то работу за 10 минут, они тратят несколько часов на ту же самую работу. Вот. И вот этот процесс нужно, ну, как бы прожить, вот эти вот, чтобы сократить время там и делать, начать делать быстро. Вот. И не у всех хватает терпения вот именно для этого. То есть основное, наверное, это терпение.